Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Всегда ваш Паркетлярский». И мы продолжаем цикл наших встреч с актером, режиссером, педагогом, сценаристом и просто моим очень хорошим другом Игорем Ветровым из Москвы. Игорь, я тебя приветствую, дорогой. Вот. Наш опыт с Игорем Юрьевичем подсказал нам, что качественные, так называемые, мы уже записываемся, по-моему, третий или четвертый раз. И вот решили по просьбам, кстати, многих зрителей, которые видели эту запись и которым понравилось, как Игорь читает, мы решили попробовать с еще одной порцией стихов. Итак, я предоставляю слово Игорю Ветрову. Он читает подборку моих стихов. Игорь. Слово тебе. Да, я должен поздороваться и должен извиниться перед вами, потому что я себя не вижу в этот момент. Я должен читать вслепую. А вы понимаете, как это трудно читать вслепую? Но мы начнем, я так думаю. Да, да, прав. Давай, вперед. Да. Пурга. Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Это не Марк Ильич, это Александр Пушкин. Эпиграф. Да. Можно не добавлять. В глухих переулках бесилась пурга, дворы оглашая шипением и свистом, и стены домов в одеянии мглистом угрюмо чернели, к чертям на рога. Меня в этот день занесло, завело, забросило в каменные лабиринты, и сердце стучало: один ты, один ты. И снова дороги вокруг замело. Из зову послушной я шел наугад, плутал в закоулках ночного квартала. Стало мне в спину пронзительно жесть хохотала. Пурга то и дело меня окликала, но я не посмел оглянуться назад. Это хорошо было, да? Да, хорошо. С листа всегда хорошо. По-моему, определенные аплодисменты должны быть. Вот следующее мне очень нравится. «Босая Мадонна». Вы понимаете, о чем тут? И все-таки так выпускают птицу, так мчатся прочь испуганные лани. Я допишу заветную страницу моих, увы, неназванных желаний. Так будет все: твои дыхания, руки и птица на плече, и крыльев очерк. Там будут сладких песнопений, муки, привычной страсти, непривычный почерк. Там будет трепет сердца, память ночи, там будет мир, объявленный волною, там время жажды будет тем короче, чем расстояние меж тобой и мною. От долгого, как долгий дождь, проклятия, так непорочны распавшиеся звенья, и вот ты избавляешься от платья, как будто в этом радость избавления, а может, это счастье сонной лени и чувство, словно камешки бросая. Идешь ко мне ты в этот час томлений преступно обнаженная, босая. Тут женщины должны аплодировать. Аплодировать, просто аплодировать и падать. Да. Ну что, дальше?
Давай. Разудись плечо, размахнись рука, в мыслях зуд, в мухах боли рождается эта строка. Вижу в зеркале странного старика из тех зануд, что въедается в мозг, что твоя вша изудит. Не так ли, милая строка твоя хороша? Я гляжу на него, а он левша. И эрудит что-то знакомое. Чудится в нем знак монет, и горят глаза его ментовским огнем, а душа его, как пустой водоем. Там жизни нет! Задрожит зеркальное серебро каплей вод. Я монетку кину, она на ребро встанет, и старик усмехнется. Добро в тебе завод сломался и опротивил уклад мыслей, дел. Ты сам злерел, ты сам свой рутиный ад. А я из зеркала на вечерний сад слепо глядел. Тут аплодисментов нет. Тут только гробовое молчание. Да, ну это для женщин стихотворение. Что они понимают, я не понимаю, что они понимают на самом деле. Давай дальше. Это Борис Пастернак. Ну, эпиграф такой. Я кончился, а ты жива. А вы понимаете, как это трудно, когда мужчина кончается, а она жива. Как правило, наши женщины, которые стоят в храмах, они все живы. Да. Ну, хорошо, без юмора. Я кончился, а ты жива. Борис Пастернак. Дождь кончился, но ты еще идешь. Куда идешь? Зачем? Сама не знаешь. Не замечаешь ты людей вокруг. Не замечаешь небо над собой. Да и меня не замечаешь ты. Я призрак. Я полоска бытия. Я пес шальной, слетевший из поводка. Я поводок, который свился в узел. Я поводок, ведущий в никуда. Дождь кончился, но ты еще жива. Идешь, как дождь, безумно, беспричинно, куда глаза глядят, куда ведет инстинкт, минуя злые щели подворотен, откуда дует ветер перемен. Чем дальше ты уходишь от меня, тем ближе ты становишься ко мне. Ты облако, ты тонкий свет зари, абстракция, наполненная смыслом. Ты, в принципе, никто. И звать тебя никак. Зову тебя, но ты меня не слышишь, поскольку нет тебя. Да уж. Ну что, девушки умерли после этого? Все причем. Да. Ну давай время, да? Давай. Время. Время. Время, время, время. Я вот думаю, как это читать. Не соображу никак. Время – это же какая-то... Однажды папа мне подарил часы, ну, папа Бакинский подарил часы и сказал: «Игорек, это твое время.
Часы были, ну, крутые, очень крутые часы. Я все время по ним сверял это время. И вот сейчас я почитаю это время. Попробуем, да? Давай. Ржавая копейка солнца решкой брошена на запад и горит немытым блеском, словно мутное стекло. Вот душа не знает счастья, и в квартире без просвета, как в бездомной бочке, тонет непонятная душа. Дни идут походкой чинной и любовью без причины, словно страстью без причины режет сердце. Хоть убей, это солнце и квартира, это очертания мира, невесомые явления в жизни жалостной моей. Жалость, жалость, сердце, жалость, сердце ржавою копейкой брошено на стол судьбы, побежалось, покатилось. Время вдруг остановилось, время горечи и злости, время страсти и мольбы. По-моему, вот тоже точно аплодисменты должны быть. Аплодисменты, 100%. Да, да. Ну, то, давай еще одно. «Забудь про меня». Ну, это круто. «Забудь про...» Вы знаете, дорогие друзья, что значит «забудь про меня»? Да, у меня когда-то была какая-то девочка, которая очень меня любила. Но там, в Баку. И мы лежали с ней на какой-то кровати, и это было замечательно, мы лежали, а в это время в Бакинской бухте корабли освещали свой путь огоньками, и я и пел какие-то песни, и попробую также прочитать. Ну, не знаю, о чем ты написал, но я буду читать о своем. «Забудь про меня». Ну, там есть такая преамбула: «За гремучую доблесть грядущих веков». Вот видите, все через девочку получается. Иосиф Мандельштам. А это Марк. «За твою белокурую доблесть, за твою белокурую страсть. Поплатился я тем, что не смею веселиться, любить и дышать. Я во сне пред тобою немею, наяву же готов проклинать и тебя, и твое окружение, как солдат, что попал в окружение. Я растерян, я выкинул флаг белый, словно белеющий полдень. Впереди, как проклятие, плен, но пленительна сладость сознания. Ничего не тревожит сознание, остальное сомнение, тлен. Белокурая песня фальшива, захлебнется на траурной ноте, и в глазах безразличных погаснет белокурое племя огня. Так прощай, белокурое счастье! Я очнулся. Забудь про меня». Ну, я думаю, что девочки как бы... Алло, алло. Оценят, да. Да, оценят это. Ну да, это не для них, честно говоря, это мужские стихи. Да. Ну, поехали дальше.
у Давай. Побережья в районе Яффа можно видеть выступающую скальную гряду. Одна из этих скальных облоков зовется скала Андромеды. Ну что, Андромеда, да? Угу. Читаем? Давай. Ну, тогда надо произносить ее очень круто, да? Андромеда, прости, я к тебе не успею. Мы твой прах возле Яффа над морем рассеем. Ну, а то, что удастся красавцу Тесею, это миф, сочиненный самим же Тесеем. Что за небо сегодня? Тревожно и ало, окровавлен закат, но и он убывает. У счастливой любви не бывает финала, потому что счастливых любовь убивает. Андромеда, прости, я не вижу решения той задачи, что глупые Мойры напели. Но любовь как расплата за прегрешение, как корабль, идущий без курса и цели. Не минуют его всевозможные беды. Он погибнет в итоге, стихии подмяты и торчащий осколок скалы Андромеды, словно фалос в предместье, в предсмертном проклятии подъятый. Ну что? Да, но можно было и круче прочитать. Ну, можно было, я устаю уже, это, ты понимаешь, да, это, ты очень много стихов мне дал прочитать, да, Марк Ильич, да. Давай. Ну, давай, дальше, сколько, нифига себе, у меня целый сборник по обе стороны жизни. Ну, неграмотный человек так бы сказал. Как бы он сказал, я не знаю. По обе стороны жизни, говорит главный человек, грамотный, да? По обе стороны жизни. Вот так бы он сказал. Поехали. Вы любили друг друга? Наверное, любили. Почему же вас разметало по обе стороны жизни? Между ними нет перехода. Все мосты сожжены, что были. Только кружится в воздухе пепел, словно крылья разорванных писем. Вы любили друг друга? Конечно. Только в прошлое нет возврата. В этой тьме нелюбви кромешной еле теплится воровато огонек тоски неминучий и к друг другу невыразимый и какой-то порочной тяги. И склонились над вами тучи, словно траура пыльные стяги. По-моему, хорошо прочитал. Да, молодец. Ну что, дальше? Ну, не всегда так получается, ничего страшного. Он это, в конце концов, мы пробуем, да? Конечно. Да. Он и она. Мама дорогая, он и она. Однажды у меня была такая ситуация, он и она. Это я был он, а она была оной. Да, я наступил случайно ей на тапочек. В Баку. Да, потом целый день пришивал его. А потом уехал в Москву. Ну, хорошо, поехали дальше. Какая разница? Он и она. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Иосиф Бродский. Марк очень любит вставлять вот этих поэтов ни к чему не годных. Нобелевских лауреатов. Поехали дальше. Когда он любил ее, то называл бесценной. Впрочем, и оплакал он ее по высшему разряду.
это чувство расставания было подобно электрическому разряду, когда жизнь вдруг показалась одной большой сценой, где актеры звучат порой безнадежно, фальшиво, где цвет олиповатых кулис вызывающе ал, где настолько подал и недостоверен надвигающийся финал. Что застыла актриса, словно пакучая ива, а может, плакучая ива, та же актриса, зломившая в отчаянии руки, принявшая яд, он оплакал ее, и который месяц подряд в его снах появляется светлая, мертвая крыса. По-моему, круто. Да, очень хорошо. Ну, что-то как-то неожиданно даже. Ну, давай, прочитай. Ну, Марк, ну, я тогда прочитаю весь твой... Нет, давай, вот сейчас, что там, какое у тебя идет там стихотворение? «Прощай, психолог». Давай мы... Ну, давай остановимся на этом. Сейчас, ну, подожди. Хотя бы, да? Я не могу просто читать бесконечно, не могу. Бесконечно не можешь, не. Да, да. Вот давай, а остановимся на этой светлой мертвой крысе. Очень хорошо. Подожди, Игорь Юрьевич, подожди. Не торопись, Игорь Юрьевич, сейчас я тебе скажу. Ну, я не могу, это какой-то вечер памяти моей любви получается. Подожди минуточку, подожди, я сейчас скажу тебе. Так, где у нас Ветров? Вот у нас Ветров. А что там после психолога идет? Сейчас посмотрим. Пан пьян. Бормотание. А, вот последнее. Вот так начинается ад. Это маленькое. Самое да, такое. Давай. Ну, давай это ад. Ад и все, да. А, слушай, а вот этот ад очень подходит к сценарию. Давай, слышишь, читай. Да? Слышу, давай. Нет, подожди, секундочку. Да, я прочитал. Ну, давай. Мы готовы? Да, давай, запись, вперед. Включай. Вот так начинается ад. Позволь мне тебя не ценить. Поскольку натешился в воле, а ты говоришь, не позволю, не рвется проклятая нить, каким-то заветным узлом закручена нить и не рвется, а сердце по-прежнему рвется к тебе, но повязано злом. Как будто преступник такой, которого сходу и взяли, скрутили, затем повязали, оставив томиться тоской. Как тяжек тюремный разлад, и ниточки долго не виться, тебе суждено проявиться. Вот так начинается ад. Ну что, я благодарю вас, Игорь Юрьевич. Не за что. Ну, там да. Где-то я ошибался, где-то не очень. Ну, ты сам посмотри, давай, куда. Я благодарю тебя. Напоминаю, сейчас мы уложили в формат, очень хорошо. Я напоминаю, что сегодня со мной был актер, режиссер, педагог, сценарист и просто мой друг Игорь Ветров. Он читал очередную подборку моих стихов, читал с листа. Я прошу это учесть, это не подготовленный. Как мог. Да. Читал как мог, а читал очень неплохо. Но зато с любовью. Я думаю, что мы к этому еще вернемся. До следующих встреч в эфире. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите наши беседы с Игорем Ветровым.
Всего доброго. До свидания, всех благ.